Коуч, Гоуст, прием, выходите на связь. Кто-нибудь меня слышит? Их нет, Соул. Шепард убил всех. Я пытаюсь к вам пробиться. Шепард нас предал. Предают тех, кто доверяет. Я никому не верю. Николай, прием, засек координаты. Да, я уже на подходе. Но я не один. С одной стороны люди Шепарда, с другой люди Макарова. Придется с ними разобраться. Или дай им перебить друг друга. Что ж, тогда до скорой встречи, мой друг. Taip, sveiki, su jumis Vytautas ir aš žiūriu Call of Duty Modern Warfare 2. Ir mes čia ginam teritoriją. Fuck. Kaip šitą misiją pereit, aš neįsivaizduoju net. A, tai čia visi prieš mane, ne? Visi prieš mane eina. Viskas aišku, kodėl visų. Točki spora živa! Šivilitės! Nikolai! Raist na связи! Vnimanie, v zonė vysadki сейчас очень горячо! Повторяю, в зоне высадки жарко! Вас понял, капитан Прайс. Вылетаю. Постарайтесь взять ситуацию под контроль до моего прибытия. Повторяемся, Николай! Главное, давайте сюда! Как можно скорее! Ну, держитесь в стороне, пока можете. Пусть люди Макарова и Шепарда бьют друг друга. Мы можем прослушивать их линию по их же рациям. Я собираюсь выйти на контакт с Макаровым. Это Прайс! Шепард у нас теперь герой! У него в руках твой план операции! И карт-план, что все! Дайте мне все, что у вас есть на Шепарда! А я об остальном позабочусь! Макаров, я знаю, что этот канал ты слушаешь. И сейчас ты меня слышишь. Мы оба знаем, и ты, и я, что тебе и недели не продержаться. Уже о тебе. Макаров, ты слыхал такую пословицу? Враг моего врага, мой друг. Ты недели не продержаться. Уже о тебе. Макаров, ты слыхал такую пословицу? Враг моего врага, мой друг. Прайс, однажды ты узнаешь, что этот принцип работает в обе стороны. Шепард держит точку Хоутел право. Ты знаешь, где это. Ладно, встретимся в аду. С удовольствием. Передавай привет Захаеву, если будешь там первым. Ну, а вы там на месте? Подвигайтесь на запад! Крестный полотен! Ну и как ман, Никитан? Насигал. Капитан, в районе Кандагара песчаные бури. Приходится делать большой крюк. Мне платят не так много, чтобы я рисковал самолетом. Прайс, я подхожу к кладбищу. Ситуация совсем не под контролем. Садиться рискованно. Прямо как в 80-е, когда я тут служил. Откинитесь уже и сажайте самолет! Мы идем к вам! Вот дерьмо! Нет, мне явно не доплачивают за эту работу. Одни ракеты сколько стоят? Твою мать! Я добуду транспорт! Фак! Двигайтесь на запад! Фак, фак, фак! Kodėl taip viskas įtempta?
Eu бегу. Капитан Брайт, я взлетаю через минуту. Если хотите отсюда убраться, поторопитесь. Блин, че не сову, не мясову нера. Ребят, ты ж весу пузю. Ламба. Эх. Так, веалтуй аж. Не. Ну, юду, юду, по пишке. Kodėl būtent... Блямба! Ir vėl. Aš tik suprantu, kad... Бегом, бегом, бегом. Ramba, kai sunku. Opa, viskas, mes jau čionai. Na ką, ačiū, kad žiūrėjote, kaip pasimatymą rate, komentuokit man spausk laiką ir dalinkite su draugais Facebook'e. Iki! Aš gimiau Lietuvoj.